студенческий сезон – это всегда ярко и красочно. В них принимают участие как конкурсанты, так и уже состоявшиеся дизайнеры. Внимание на сцене обращается абсолютно на каждую деталь – на сам костюм, обувь, аксессуары и даже на выражение лица модели. Из 50 эскизов профессиональное жюри во главе с историком моды Александром Васильевым выбрали 25 лучших, авторы которых прошли в финал. Однако радоваться было рано, признается Ольга Агапова, одна из финалисток. Задача была не просто представить коллекции на показе, но и сделать это креативно. По мнению зрителей, коллекция Ольги Агаповой самая женственная из всех представленных. Автор рассказывает, вдохновилась историей Алисы в «Стране чудес» и японской культуры. Ее платья будто олицетворяют тепло, цветение и легкость. Все наряды дизайнер создавала весной вместе со своими моделями в театре мод, который сама организовала чуть больше года назад. До этого работала простым учителем технологии. У них есть свои идеи, к которым я прислушиваюсь, и они бывают вполне успешными. Представлять на подиуме дело своих рук ответственно, рассказывают студентки театра мод. Модели и модельера девушки называют единым целым. Нужно не только создать что-то прекрасное, но и уметь это подать. Совершенно разные на самом деле эмоции. То есть две совершенно разные стези. Это выступление, то есть чувствуешься артистом, вроде как бы за кулисами и на сцене работаешь. Поволжские сезоны объединяют дизайнеров со всей России. На подиуме представлен не только стиль для взрослых, но и для самых маленьких. Вне конкурсной программы свои работы показали дизайнеры из Москвы и Китая. В этом году для конкурсантов подготовили необычный приз. Впервые за все 19 сезонов победитель получит возможность пройти стажировку на меховом производстве в Европе. Мария Левина, Константин Головин. События.